Здорово, ребята! На рыбалку! На рыбалку, Тагил! Леша, как настроение? О! Скорая! Мы поехали, мы в путь! Валим в деревню! На Свислач! За лещом трофейным! Едем за трофеями! Ну вот, ребята, мы уже подъезжаем, скоро будем на месте. Да, 10 километров осталось. 10 километров и на месте. У нас тут очень много всякого барахла. Мы набирали. Но это барахло очень нужно нам. Без него нам ничего не светит. Скажи, Алексейка. Да-да. Ну все, ладно, давай до следующего сеанса. До следующего сеанса. Сейчас что-то будет. Ну что, ребята, мы на месте. Пытаемся ловить, но пока ни одной результативной поклевки, кроме как этих уклейки. Вот уклеечка есть. Вот такой вот уклей. Покажи уклеечку. Ни хрена нету пока. Покажи уклеечку, вот она родимая. Угу. Уже тоже есть, слышишь, черешка еще приходит, все нормально. Сосед припёрся. Лодку. Ладно, садится. Какую лодку? Да, он пошел, наверное, на старик поедет сейчас. Ну, ничего страшного. Глядишь, у нас что-нибудь. Леша, у тебя дёбе. Есть. Опять. Ну, одну за одной, конечно, тягать вот такую рыбку. Реально интересно, можно. Интересно, но не результативно. Расскажи, на что ты ловишь. Опарик. Ты давай, рассказывай. Прикормка, все. Один давай. Дохлый опарик. Прикормка на пшено, черный лещ. Вот. Три комка туда, три комка сюда. Между ними ловим. Угу, хорошо. Черный лещ. Опять это самое. Тяни. Ничего. Тяни, у тебя повело, ты что, не видишь? Опа, свалилась. Ушла. Ну ничего страшного. Это. Мелочевка тоже. Тоже рыба. Ну, рыбалочка, ну. Идет, Фатишка. Обстановочка. Потихонечку хорошая. Идет. Вот опарика. Вот одна вот так. Вот так. Так что, ребята, новобранцы, ловите. Главное, делайте вот так. Поплавок кто снимает? Чай. Птички поют красиво. Траву не цеплял, сука. Удочка постоянно траву цепляет. Может, там рыба уже сидит? Сейчас проверю. Сидит? Ну что ж дергаете со мной? Рыба сидит! Сука, что она вообще не клевала? А я тебе, смотри, как хорошо, какая хорошая. Сука. Покажи рыбу. По
подлещик. Густера, густера. Густера. Он ебанец какой. Густера. Покажи нормального весь длину. Ладошечник. Ладошечник, да, густера, ладошечник. Надо перекинуть сторону. Ты говоришь, рыба есть. Ну. Рыба идет, но... Потихонечку, респект. Но надежно. Перекручил. Противозакручивался. Перекрутила противозакручивался. Сейчас разберемся и снова путь. В бой. Сюда давай. Молодец. Что ты поставил? Маленький крючок. Отличный крючок. Иди, блин, показывай своего. Нет. Ну, подлещичек. Подлещичек. Только начали одни говорить мне, да? Лучше выскочил сразу. Нехорошо. Блядь, блядь. И опарик есть, смотри. На три опарика. На три опарика. Нет. Вот это были удары, да? Ну. Вот это уже понимаю. А то, что до этого здесь. Подергунчик. Покажи, какой у тебя крючок маленький, говорит. Нормальный крючок. Это нормальный фидерный крючок, что ты мне рассказываешь? Заглотыш. А ну не заглотышь, Леша. Видишь, когда... Он когда это самое... Начинает всасывать. Что там делал, блин? Он его не чувствует, когда начинает всасывать, понимаешь? А потом начинает выплевывать, что ему не понравилось что-то, бля. И он пух засекается за нижнюю губу. Понимаешь? Ты уже азарт. Уже что-то. Уже что-то, да. Не спеши так, не спеши. Там здоровенный. Заводи, заводи. Есть. Давай. Есть. О, хороший. Снял? Снял, конечно. Тебе нравится? А то, достойная пара. Достойная. Хорошенький подлещичек. Крючок, сука, мелкий. Вообще. Это трофей. Ну, хорошенький. Дергай, дергай. Вот, не вижу рост. Хороший. Хороший. Отлично. Вот, да? Да. Сейчас найти стержечки при мне. Как я тебе поставил? Я же тебе говорю, я у себя поставил уже мелкие стоят.
Видишь, на париков чисто. Надо поменять эту кукурузу.